2021 года на лечение тяжело больных детей республики благотворительный фонд «Круг добра» направил почти 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил Ради Хабиров на встрече с председателем правления фонда протоиереем Александром Ткаченко. Речь зашла об инклюзивных практиках и развитии уфимского хосписа. Руководитель региона отметил важность сотрудничества с фондом «Круг добра», который оказывает помощь в обеспечении пациентов лекарствами. Ради Хабиров добавил, что при строительстве уфимского хосписа Башкортостан опирался на опыт создания аналогичного учреждения в Санкт-Петербурге. Проектом как раз руководил Александр Ткаченко. Мы свой хоспис тоже строили. Кстати, опирались на ваш опыт, на опыт Нюты, значит, и Педермессер. И, ну вот, может быть, сегодня обменяемся, ваше мнение скажете. Мы эту работу только еще все равно в стадии развития происходит. Вот. И, конечно, для нас очень важно сотрудничество с фондом «Круг добра». Это настолько огромное спасение для тех детей, которые тяжело болеют. У нас их 216, да, детей, которые попадают под 20 видов заболеваний. Очень искренняя мотивированность, она обеспечит залог качества помощи, которую будут получать как взрослые, так и дети, находящиеся в этом учреждении. Очень уютное учреждение. И что еще важно отметить, что люди, которые живут рядом в соседних домах, многие из них приходят работать волонтерами. Ради Хабиров и Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана и фондом «Круг добра». Документ предполагает развитие взаимодействия по вопросам дополнительной поддержки детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями.